Узор колоски. Раппорт состоит из 18 петель плюс 2 кромочные. Начинаем вязание. Первую кромочную снимаем. Вяжем 2 лицевые, 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. 2 лицевые, 1, 2, 1 изнаночная. Теперь мы 2 петли снимаем за работой, 2 провязываем лицевыми, 1, 2. Возвращаем на левую спицу 2 и их также провязываем лицевыми. 1, 2. Провязали. Теперь снимаем 2 петли перед работой, следующие 2 провязываем лицевой, 1, 2, возвращаем на левую спицу 2 лицевые провязываем их лицевыми, 1, 2, 1 изнаночная. Кромочную мы провязываем изнаночную. Так же как первый ряд, мы вяжем 7 ряд, 13 и 19, а все ряды четные мы провязываем по рисунку. Вяжем 3 ряд. Кромочную мы снимаем. Провязываем 2 лицевые, 1, 2, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, 2 лицевые, 1, 2, изнаночная, 8 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 изнаночная. Кромочную мы провязываем изнаночную. Так как этот 3 ряд, мы будем вязать 5 ряд, 9, 11, 15 и 17. Теперь вяжем 19 ряд. Не так, как первый, я немножко ошиблась, а по-другому. Снимаем кромочную. И вяжем лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Изнаночную. 2 петли снимаем за работой. 2 петли провязываем лицевыми. 1, 2. Возвращаем 2 петли на левую спицу, провязываем их лицевой. 1, 2. Теперь 2 петли перед работой, 2 петли провязываем лицевой. 1, 2. Возвращаем петли на левую спицу. Провязываем 1, 2, 1 изнаночную, и кромочную мы провязываем изнаночной. 21. Кромочную снимаем, 2 петли оставляем за работой, снимаем, 2 петли провязываем лицевой, 1,
2. Возвращаем 2 петли на левую спицу и провязываем их лицевой. 1. 2. Теперь 2 петли снимаем перед работой, провязываем лицевой. 1. 2. Возвращаем на левую спицу, провязываем лицевой. 1. 2. Теперь изнаночная. 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 2 лицевых, 1, 2, 1 изнаночная, и кромочную мы провязываем изнаночной. Так же, как этот 21 ряд, нужно провязать 27 и 33 ряд. 23 ряд. Кромочную снимаем, провязываем 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 изнаночную, 2 лицевые, 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. 2 лицевых, 1, 2, изнаночная, и кромочную мы провязываем изнаночной. Так же, как 23 ряд, мы будем вязать 25 ряд, 29, 31, 35 и 37. 39 ряд. Кромочную снимаем, 2 петли оставляем за работой. Провязываем 2 петли лицевой, 1, 2. Возвращаем 2 петли на левую спицу, провязываем их лицевой, 1, 2. 2 петли снимаем перед работой, 2 лицевых провязываем, 1, 2. Возвращаем левую спицу, провязываем их лицевыми. 1, 2, изнаночная, лицевая, 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 3, 4, 5, 6, 7, 8, изнаночная, и кромочную мы провязываем изнаночной. 40 ряд, как ляжут петли, то есть по рисунку довязываем. И 41 ряд мы уже начинаем с первого ряда вязать. Вот такие колоски у нас получились. Мы провязали один раппорт, вот он. И здесь один раппорт.